самое доброе утро. Сегодня у нас 29 ноября 2014 год. Это Александр Петрович. Это Валечка моя, красавица, с которой мы вообще самая вообще лучше в жизни не было никогда. И это. Короче говоря, мы находимся у нас в доме, правильно? Да. У нас это наш дом, да. Красавица. Пока еще. А давай покажем, что мы вчера купили. Да, сейчас покажем. А, какая красивая сумка, Ральф Лорен. 99, да, Валь? Угу. Ну, плюс налоги. А давай покажем, что мы купили вчера. Девчонки любят вот эти покупочки. Это кому покажешь? У нас так холодно было, мы спали под ватным одеялом. Вернее, не спали, мы спали под ватным одеялом. Сейчас опять вот такой шикарный просто. А, Валь, сколько он стоил? 49. Натуральная кожечка. Просто вот для девочки, для это. Красотулечка такая, 49. Звезда программы сумка. Сумка Ральф Лорен тоже красавица, просто натуральная. Ну, понятно, все знают, натуральненькая кожечка такая. Это заказала Сашина Дотя. Машенька, жди папку с подарками. Ай, вообще офигенно, Клач. Офигительная просто эта сумка. Она стоила вот $150 плюс 6,5% налог. Ну, папка так любит Дотя, что он ей за 1000 купит. Это тоже машинки, да, Клач? Да, Клач. Майкл Корс. Красотульный такой, прям суперский. Это и тоже 100 с чем-то он стоил. Он стоил он стоил в магазине 228, а Саша купил его вчера за, ну, будем говорить, 120, плюс 6,5. Это машинки тоже, это тоже где-то под $150. Тоже красота такая, что просто невероятно. Так, а что еще мы не показали? Золото показали? Показали. Золото не показали, Майкл Корс. Вот я себе такую сумку сегодня тоже куплю. 129, 90, ну, короче, $130, но это и плюс 6,5% налог. Красоте. Ну, купили вчера два яблока для дочечек, для своих любимых, да, Санечка? Все, у нас куча еды, куча всего, куча это. Мы кушаем на два дома и там, где что придется, где же Бог пошлет. Все, поехали. Поехали за приключениями, поехали за новыми покупками. Погода замечательная, уже потеплело. Тепленько на улице стало. Все, поехали. Друзья, сейчас я губы намолю. Вот так вот. Все. Так, с утра мы начинаем что? Я люблю ликер. Что у нас Black? Джимбин. Джимбин. Да. Парю Машечки. И прет по коням. Два глотка для рывка, или как сказать? Как это для рывка? Добрый путь. Да. Хороший шопинг. Да, нам сегодня крокодилы ждут еще. Ой, мы и крокодилы, сегодня мы сегодня пойдем везде. Вообще, куда Бог пошли? Сегодня не кормили специально. Мы их Санечкой покормим. Мы его откармливали долго, чтобы крокодильчиков подкормить. Все, поехали. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Мы приехали на гараж сейл. Ярд сейл, да, оно называют... Распродажа да, во дворе. Да, распродажа во дворе, да. Просто во двор люди выставляют свои вещи, которые не нужны, и ты подходишь... Это их личные вещи. Ну да, что тебе дома не надо. Которые вот тебе... они носили. И вещи, и насильные вещи, и чайники могут быть, и холодильники, и телевизор, все что угодно. Вот все, что тебе дома не надо, ты выставляешь, и они, допустим, говорят тебе там $3, ты говоришь, давайте я дам доллар. Хорошо, бери за доллар. А у вас это выкидывают, нищим отдают. Нет, в том-то и дело, что очень хорошо, что иногда жалко выбросить что-то, потому что, ну, знаешь, нет, так не выбрасывают, а так по копейке. Бесплатно. Ну, тут бесплатно у тоже. На Украине. Нет, тут тоже очень много дают бесплатно, но... Я не думал. Я думал, что все-таки американцы. Нация, нет, знаешь, посмотреть, ну, здрасте. Ну, тут это испокон веков, ярд сейл, гараж сейл, поэтому и многие... Алло, how are you? Ой, сколько обуви. Ну, понятно, все, что ношено. Вот такие красивые сапоги, только новый есть магазин, мы поедем в этот новый. Как они? Натуральная кожа. Люда, мне нужно 47-й... Слышишь, ну, как у Вани, ага. Вот джинсы по доллару, не надо. Обувь очень дешевая, новая, не надо. Вот, как правило, не надо. Джинсы, как правило, по доллару, по 50 центов, по 25 центов часто можно купить. Ну, вот всякая разная фигни. Ну, это кто-то видно. Это видно, они чем-то где-то когда-то это торговали, что-то делали. Так, а теперь. Вот в парках всегда туалеты. Там всегда чистая туалетная бумага. Использованная. Водичку попить, вот, пожалуйста, посидеть. Посидеть, позагорать. Детская площадка, тут мамочки приходят.
с детками. Вот гриль, можно... Что, что ты хочешь? А что ты хочешь? Бутылочка. Фотоаппарат? Сумки в этом было, желтые. Так, вон велосипедисты. Вот это длинная-длинная 11 миль дорожка для велосипедистов. Тут бросаешь машину, берешь велосипед и поехал вдоль речки. Так красиво. И приезжаешь в Бленчер-парк. И вот в этой реке живет куча-куча громадных зеленых крокодилов. Детвора веселится. Все это бесплатно. Все эти парки, все это бесплатно. Вот это покрытие такое мягкое, чтобы деток не это, чтобы детки ножки не, себе не повредили, ручки. А. Отсюда. А, да, да. И как-то пошла. Закрыла. Вон, пошли на мостик. Я там сделаю вам пару фотографий на мосту. И вот эта вот дорожка пошла далеко. Вот специально для того, чтобы он бегает, дяденька. И справа футбольное поле большое. Опять же, если кто-то хочет поиграть. Красотень, вообще красотень. И вот выходит прямо на 50-ку, где мы только что были. Ладно. Вот берешь велосипед и поехал. 11 миль. Можете себе представить, красота какая? Угу. Везде урночки, везде. А это что, вот это какой-то канал или река? Это река и канал Акахачи. Это икон Greenway Trail. Икон это и канал Акахачи. Это сокращенно. Little Икон это как бы коротко. И канал Акахачи. Река. Ну что, крокодилы, вы где? И я всегда думала, что река идет в ту сторону, плывет. А на самом деле она оттуда вытекает, как бы исток оттуда. Вода такая страшная. Мы готовы? Может, ну, выползет хоть один? А их можно запросто присмотреться сейчас и увидеть. Да. А ну, вот, так, как вот так вот могут выйти на... Да, ну, запросто, да. Это Флорида Чикен. Да нет, вот эти. Белые? Животные. Какие животные? Это птицы. Ну птицы, это что эти, как они? Их, пальцы, да? Их называют Флорида Чикен. Фламинго. Нет, это не фламинго. И тут черепах. Бесчетное множество. И вот опять же футбольное поле. И там тоже, вон он, маленький парк отдельно еще. Въезд с другой стороны. Вот маленький парк для деток, площадка. Это с тем, чтобы вот мамочки приходили, детки пока там катаются, мамки могли бы почесать языки. Так свои. В этой реке крокодилы водят? Да, да. Мы заехали не с той стороны. Мы когда в парк заедем, в Бленчер-парк, вот там крокодилы. Ух ты, даже просвечивается дно. Ладно, пора делать фотографии. В дороге монтирована такая вот штучка. В случае необходимости звоните 911. Дайте этот location номер, вот этот вот. То есть, если в случае где-то рядышком с вами что-то случилось, вот вы говорите LEG 029. Только нам надо купить карточку, с которой звонить. Крокодил тебя еще не съел? Не, мы здесь не покупаем ничего. Нет, мы только крабы. Итак, мы зашли в магазин, опять же, на голубые крабы. Валя тут с ними боролась. А, глянь, прицепился. Вот они живые. Я понимаю, конечно, жалко крабиков варить, но что делать? Они для того и продаются здесь, чтобы их варить. Глянь, в обморок упал. А. Там чего так мало? Ну давай 6 возьмем. Ну конечно, еще возьмем. We'll take 3 more. No, the same bag. Нет, зачем нам за него платить? Там будет еще. Смотри, как он машет руками. Мальчик мой, иди сюда. Ты что такой злой? Иди сюда. А страшно, сейчас как цапанет за руку. Смотри, этот. Ну давай Дугласу хоть один. Что же он не ест, Валя. Ты что, он жизни никогда есть не будет. Давай. Да что ж ты давай. Он, видишь, прицепился. Давай, ты снимай, я буду открывать. Красавец. Отпусти, отпусти. Эти два зацепились, смотри. Вот это, да? Угу. Иди сюда. Ты дурачок, тебе счастье такое выпало в нашей сковородке свариться. Валя тебя будет кушать. Смотри, какие красивые голубинки. Может, они геи. Голубы, это тоже.
Ну, вот большой. А, да что за... Не, он живой, живой, да. Выходи. Леопольд. Хрен еще его. О, красиво. Назад несем, да? Все, мальчики, а вам отдыхать еще, вам ждать ваших покупателей. Супер. Это адрес магазина. Пожалуйста, welcome в этот магазин. Это Орландо, Флорида. Пришло время быть. Валя накрутила салатов. Боже, какой вкуснятины. Да? Людочка, ты за еду не спрашивайте ничего. Он не любит есть, да. Он сказал, есть не буду ни за что. Наварили креветочек таких вкусняшных. Картошечка, Санечка, это для тебя картошечка. Только для тебя. Можешь Вале дать чуточку? Давай соленый огурец, да. Это можно уже на одну тарелочку сложить. Потому что это... Кстати, все. Так, приятного аппетита. Бон аппетит! Угу. Поехали посмотреть на павлинов. Я уже много об этом раз говорила. Вот тут они сейчас... Если их дустом не присыпали всех... Пингвины. Павлины. Дельфины. Как только мы их не назвали, этих павлинов. А где они вообще? Чего-то странное их нет. Вот они тут прям по улицам, как эти, как кошки ходят. Тихо! Странно. Вы где, пацаны? Нифига себе. Ну, вот, они, Он уже пошел. По улице ходят? Да вон они. Их пытаются отсюда выгнать. Вон они, видишь? А чем они пытаются? Курочки. Ну, что-то находят. Вон они. А где ваши мальчики? Вот их не видно по линии. Да сейчас увидишь, их тут тысячи. Вот на этом маленьком пятачке они живут. И люди... Они бесхозные? Типа? Да, они дикие. И люди бедные, они же по ночам сильно орут, они очень поразительно кричат. И люди, кто здесь живет, они страдают от них. И просили местные власти, чтобы их выселили, их отловили, отвезли в другое место. Здесь нет крокодила в этих зарослях? Может быть, запросто, если там есть озеро, может быть. Вон они, смотри, какие красивые ходят. Где? Вон они за деревом, вон они. Вот. И с той, и с другой стороны сейчас будут их тысячи. Ага. Их вывози, вон они ходят по улице, видишь? Ну, вон, смотри, сколько. Я бы сказал, что это чьи-то. Да, вот. И они, вот еще. Их тут, они на крышах, на деревьях. Они такие откормленные все, такие жирнючие такие. Вон, смотри, сколько их. И вот на вот этом маленьком пятачке, вот только на этом маленьком пятачке. Тут они яйца несут, тут они хвосты свои распушают. Что-то им здесь подходит. Да, вот у них что-то зовет сюда. Их, вот как эти, которые на нерест идут, вот они в одно и то же место идут и гибнут там. Вот так и эти тоже. Ну давай хоть их немножко погоняю, чтобы они крылья распушили. А мы сейчас найдем. Да, я выйду. Сейчас, подожди. Что дальше пойдем? А что, ну выйду из машины. Сейчас, подожди. Прозвоняешь, что у нас полиция заберет, скажу. Это же, как эти, кошки сидят, да? Вот тут возле этих, остановись сейчас, мои. Они как кошки. О, давай, стой. Это девочки, по-моему, или мальчики? Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. Фузари, с той стороны вот два таких. Сейчас что-то их мало, куда-то они поразлетались. Обычно они вот на крышах везде их, но вон, видишь, с этой синей шеей, вон да, мальчик. Да. Синий шейный, вон он красивый. Ну давай дальше проедем. Ну, давай, а вот у этого тоже шейка синяя, кто-то ему повыдергивал все перышки. О, вот эти получим. Вот где ты такое, скажи, тут видела, стрессы, что... Стрессы. Сейчас. Ой, красавцы. Где ты такое, скажи, а вон тот, смотри, какой красивый, ну. Там вот вдалеке. Быстрее, Саша, вон вот с этим, под деревом, уже распускает хвостик. Где ты такое, скажи, увидела? Да ты что? Обалдеть. Живая природа. Как голуби у нас. И вот люди вышли, а они тут у них и хозяйничают. За это не будет. Может быть, могут полицию вызвать. Саша! Не, ну пока они приедут, полиция, мы уже убежим. Тревожит птичку. Не. Просто он чужой дом снимает. Санечка, садись. Саш, садись. А, ну ладно, иди, только быстрее иди, чтобы я тебя не задавила. Пошел, красавец. Ну, и вот их очень много на вот этом дереве. Всегда вот они на дереве сидят. Сейчас не вижу. Нет ли, есть ли. Какие-то они все выцвевшие сегодня. Вот там это. Ну, короче, вот на этом вот пятачке. Смотри, сколько их.
Смотри, хвост стоит у него. Смотри, хвост у него какой. Чистит хвостик. Вау. Красопета. Деревья какие красивые. Саш, не ходи туда. Саша. Саш, не заходи там в чужой дом, туда не это. Сейчас на территории? Угу. Конечно. Все, садись, поехали, больше не будет. Сам немножко еще парочку, может, увидим. Запрыгивай, вызовут полицию. Не, ну может не вызовут, но если вызовут, то есть реально могут... Да, реально человек может вызвать полицию и сказать, вот ходит какой-то дяденька у нас тут. Это нормально, это, то есть никто тебя за это не убьет, ничего. Ну просто придет и скажет, нельзя ходить. Пальчиком помашут и все. Вот они постоянно на этих деревьях сидят. Да, прям... откуда они тут? Не знаю. Тут что-то их зовет. Что-то тут как будто в почве зарыто для них. Вот им только вот это место и все. И они столько писали уже в местной газете, столько уже говорили, столько было передач за этих павлинов. То есть это как дикие какие-то кошки, да? Ну да, вот они их отсюда вылавливают и. А что их никто не поест? Или их не едят? Действительно. Павлинов-то едят. Надо поесть, действительно, эти дураки такие. Можно в Америке попробовать павлиний супчик? Не, ну ты можешь попробовать, пожалуйста. Только потом тебя сюда уже не пустят. Валечка, ты как павлиний супчик? Ой, возит вон. Деловая колбаса, ага. Маленькая такая. Знать, она сильно пыляет на слона. Сейчас такое озеро будет красивое с этой стороны. Дом на продаже. Где написано, вот это сейл. Что значит сейл? For sale, да? Ну, дешевенький домик совсем, даже без гаража. Озеро такое шикарное. А чем гараж? Что же можно гараж? А зачем? А многие используют гаражи именно как сарай. Смотри, какая прелесть. Вон уточки, смотри, сколько уточек. Это, вот это манати. Вот это вот морская корова, я тебе говорила, вот это манати. Вот она. Угу. Это манати, или как их по-другому называют? Как я говорила? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, подними чуть ближе. А Валечка отсюда снимет. Манати. Стоп. Мы их живыми будем видеть. Мы когда поедем на Blue Springs, они громадные такие, раз пять больше, чем... Что это? Это морские коровы. Они тут водятся? Да. Смотри, какое озерцо хорошенькое. В источниках. Мы поедем на источник, можем даже завтра поехать. С лилиями, да? Но здесь тоже могут быть какие-то. Запросто, конечно. Смотри, сколько уточек. Смотри, колюсенькие такие. Никто этих уток не трогает, не ест, не убивает, ничего. Ну, а чего их убивают? Не, ну у нас бы уже съели давно. У нас тоже уже давно не едят. Да ладно, Саша, не едят нормальные люди, а пеноты какие-то, которым... На бутылку негде набрать. Это? Мы оказались в центре города, в центре Орландо. Приехали вечером. Сейчас пойдем, я покажу Саше, где у нас продаются целый магазин с сигарами. Со всякими, с разными. Так нравится, как вот эти капелечки капают. На каждом дереве капельки капают голубые. В бар пойдем. Коктейль попробуем. Что это за цена, стоит 249? Это первый какой-то... Это в месяц ты будешь платить, если ты берешь типа ее... Типа кредит, да? Да. Но опять-таки, скорее всего, что тебя потребует down payment, там, 1010, может быть, ты вперед заплатишь, а потом можешь платить там, как будто это каждый месяц 249. Кстати, открыто у них. Они открыты. Нет. Тра-та-та. Ой, смотрите, так я себе. Вот сюда. Фиатики, колесенькие такие. Но они такие дороговастенькие. А, иду. Итак, мы пришли на нашу Уолл-стрит. Не хухры-мухры. У нас тут тоже есть все это. Пошли. Кругом еда, одна еда. Вот это ночной клуб. Так. Пошли посмотрим, что там за туст. А, это футбол. Это болельщики футбола. Американский футбол. Вау. Как много людей, все
болеют. Не пейте воду, потому что вы в баре, вы находитесь в баре. Садили нашего! Пошли! Вот тут застекленный бар, а тут бар без... Не рычи! А тут бар без окон. Вау, сколько людей, все болит. И вон сколько телевизоров на каждом. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Какая женщина классная. Thank you. Посмотри, какая женщина на этом. Это, наверное, кто-то с кем-то играет. Florida State. Это флоридский флаг. А я даже не знала, что у нас во Флориде такой штат. Если честно. У нас, оказывается, свой флаг есть. Свой гимн во Флориде. А я не знала. Ой! Вот он. Уже, мы уже почти пришли. Централ Боливар. Тра-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Hi. How you doing? Wonderful work. Thank you. Пошли. Молодец. Вот опять какой-то барчик, называется Авеню. Ну мы туда тоже не... Тут тоже... Еще далеко идем? Нет, вот уже магазин. Все. Все, вот пошли уже магазин. Вот следующий, после Сака будет. Барчики, опять барчики. Видишь, все болеют. Все болеют. Так, мы пришли на сигарный магазин. Девушка, что она? Она дует в рог или пьет из рога? Сейчас, подожди. Купить что-то маленькое, то сходим, да? Ну давай, покупай. Вон они коротенькие совсем, пиндюрочки такие. Сходим что-то. Сигары, вон прям белые какие красивые. Ух ты, там она металлическая штука, там, и там сигара. Конечно. А это уже чей-то, это уже вход в другое здание, это уже чей-то офис, по всей видимости, да, чей-то офис. Это или офис, или гостиница? Вот тоже с сигарой во рту. А тут у нас что? Smoke odor. Запах дыма, видишь? Тебе если дома надо, ты делаешь, тебе нравится дым. Ты зажигаешь эту свечку, она у тебя запах дыма этот, да? Сигаретного. Не этого, не сигаретного, а этого. Сигарного, да, сигарного. И носатый. Носатый. А красивый какой! Вау! Какие холесенькие морщинки. Такой прям, ух, ниже не буду трогать. А то случится что-нибудь. И тут все в виде сигар, посмотри. Прям это. С топором. Красавец такой, носик такой, холесенький. Симпатёшный какой. Вау. Тут вообще не разрешают снимать, но я уже, пока меня не остановили, я уже буду снимать. Вот он так вот прикуривает сигарету. Да, вот туда. Бочки, не бери вот эти, давай вот так. Ну тебе по-любому пригодятся они. Вау! Огнедышащий вулкан. Огнедышащий. Помоги мне! Помоги мне! Желтоглазую ночь подари. Слышишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве. На меня смотрит, как на дурочку. I'm the best singer in the world. Любви. Тара-та-тарарам-пам-пам.
А я уже, фу, какая гадость, Классно, наверху как будто бы итальянские дворики такие, итальянские балкончики. Короче говоря, сигар хоть одним местом ешь. Ешь не хочу, кури не хочу, закурись, обкурись. И такие, и шахматные, и не шахматные, и музыкальные, с нотами, и без нот, и всякие разные. Вот так вот, мы курим толстые папиросы, вернее сигары. Буржуи. Ах ты, буржуин проклятый. Точно. В баре. В бар пойду, коктейль попробую. Вау. Что у нас еще? Сейчас обкуримся, поедем домой. Побарствовали? Ну вот, побарствовали, хватит. Я водичку. Мне нельзя, я рулю. Мне вообще ничего нельзя. Подошли, пробежались, пришли к конвой-центру. 17 декабря Magic. Вот Magic будет 17 декабря. Drive sober or get pulled over. Едь трезвым или мы тебя это заберем. Такой громадный это там вы. Там цена набережная, но мы сегодня уже не пойдем. Там магазины, все что угодно. Девчонки хохочут идут. А, классные такие. А тут светомузыка. Это под мостом светомузыка такая. Какие каблучи сейчас, конечно. Ой, нифига себе каблуки. Ничего себе каблуки. Конечно. Ладно, пошли. Пойдем, а то Сашу бросили одного. Сейчас кто-нибудь его еще это... Заигрывает с тобой. Вот так вот. А на большее ты не рассчитывай. На ночь дорогу закрывают, потому что здесь идет тусовка. Это самая-самая такая улица, где гуляет молодежь по вечерам. Тут с двух сторон бары. Бары, рестораны. Так, становись сюда, я тебя сфотографирую. Beach Street Station. Там везде огонечки горят. Настоящие. Ресторанчики. Что-то я есть захотела. А с другой стороны, что-то мы покушали, да, чуть-чуть. По капелюшечке. Чёрт, стрит таверна. ЖД станция. Вот она. А там тусняк. Ну еще рано, еще только 7 часов, еще молодежь вся на работе. Вот они будут собираться, наверное, часов к 9, к 10. Часам к 9, к 10. Вон они горят, факелы, так красиво там. Пока никого нет, вообще шикарный бар трехэтажный. Пошли. Ну, тут же это пивной бар, поэтому Биг Белли – это большой живот. Тут тоже барчик. Вот, да, идем наверх. Тут тоже красивый барчик. Вообще никого нет, пустенько. Мы идем наверх. Кайфуша. Какая кайфуша. Здорово, правда? Класс. Вот так сесть, да, под столиком тепленько. Hello. What? Yeah, I'm making a video. Ой, как тепленько. А, это тепло от этих штук. Конечно. А, я думала, тепло от факелов. Пошли. Вон она какая громила. И вон она луна. Пошли. Так, люди собираются. Молодежь собирается на тусовки, а мы собираемся спать. Время наше детское вышло, да, Валя? Да. 9 часов, всем надо в кроватку. Мы это... Что, забер... А, на, Саша здесь.